Друзья, всем привет! Наверное, каждый из вас слышал когда-то о лотерее Green Card. Она дает возможность получить вид на жительство США, а это практически равно гражданству этой страны. Мы играли больше 8 лет и наконец-то выиграли. Мне интересно, сколько времени займет, чтобы ты понял, что это. Да ладно, мы выиграли ту самую лотерею. Да ладно. Ты! Я выиграл? Да. Почему я? Ура! Мы выиграли лотерею. Да ладно. Видишь, написано. А буквально месяц назад получили паспорта с вклеенными визами. Сегодня мы расскажем о том, что необходимо, чтобы поучаствовать в лотерее. Ведь именно сейчас, с 5 октября по 8 ноября, проходит официальный набор участников. В описании к этому видео мы опубликуем ссылку на единственный официальный сайт, где можно подать заявку на участие в лотерее. Итак, поехали! Участие в лотерее абсолютно бесплатно. Я не раз слышала от своих знакомых, что им приходят письма или даже звонят по телефону и предлагают помочь заполнить анкету, а иногда даже обещают гарантированный результат. Само собой, данные услуги предлагаются не бесплатно. Возможно, это и не мошенники, но процесс подачи заявки для участия в лотерее настолько прост, что мы бы не рекомендовали вам обращаться к этим людям. Все достаточно просто, и вы сами сможете заполнить анкету, прикрепить фотографию и отправить заявку. Анкета на участие в лотерее максимально проста. Нужно ответить на 13 вопросов, они элементарны: ваша фамилия, имя, дата рождения, город и страна, где вы родились, семейное положение, уровень вашего образования, количество детей. Также нужно будет прикрепить фотографию. И очень важно, чтобы фотография была свежая, чтобы она была сделана не позднее, чем 6 месяцев назад. Плюс очень важно никак ее не обрабатывать. Это запрещено правилами лотереи, и за это, за обработку фотографии, за ретуширование, вас легко могут дисквалифицировать. Причем дисквалификация произойдет во время интервью. И это будет очень обидно после всех усилий, которые вы потратите на подготовку документов, на подготовку к собеседованию. Поэтому будьте внимательны с фотографией. Свежая фотография и никакой ретуши. Еще один важный нюанс. Если вы родились во времена Советского Союза в республике, например, в Грузии, Латвии, Узбекистане, вы должны указывать наименование страны на данный момент. То есть родились в Риге, значит, это страна Латвия. Пусть это и были времена СССР. Если вы родились в Тбилиси, то вы указываете страну рождения — Грузия. Еще один важный момент – указание детей в вашей анкете. Вы должны указать своих биологических детей, всех детей, которых вы усыновили, а также детей вашего нынешнего супруга и бывшего супруга. Указывайте всех детей, кроме тех, кому исполнился 21 год, и тех, кто уже вышел замуж или женился. Да, что-то там все надо делать вообще. Если вы женаты или замужем, обязательно заполните анкету на себя и на супруга. Это увеличит ваши шансы ровно в 2 раза. Итак, вы ответили на все вопросы, прикрепили фотографию и отправили анкету. Впереди вас ждет несколько месяцев ожидания, потому что результаты будут объявлены лишь в мае. 6 мая 2023 года можно будет проверить на официальном сайте результат. Имейте в виду, что в первые пару дней сайт очень часто лежит, потому что все хотят узнать, выиграли они или нет. В наших следующих роликах мы расскажем о том, что делать в случае выигрыша. Опишем весь процесс подготовки к интервью и непосредственно о том, как проходит само интервью. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И не забывайте отправить анкету на участие в лотерее, ведь лишь до 8 ноября вы можете это сделать. Всем удачи, пока! Нет, про себя хочу рассказать. И хоть мы и выиграли, и уже даже получили визу, хочу признаться вам кое в чем. Несмотря на то, что мы играли много лет, я допустила при заполнении 2 существенные ошибки. Не допускайте их, пожалуйста, потому что мне это съело очень много нервов и стоило переживаний. Во-первых, я прикрепила старую фотку. Нашим фотографиям было пару, а то и 3-ку лет. А за это прям вот легко могут дисквалифицировать. А еще я указала неверную страну рождения, мужа. Хорошо, что консул решил не обращать внимания на такие
Мелочи, как не та страна рождения. Будьте внимательны, не допускайте таких ошибок. Не допускайте. Кстати, многие люди думают, что ты должен обладать какими-то уникальными качествами, чтобы участвовать в лотерее. Хочется этот миф развеять, потому что это абсолютно не так. В лотерее нет требований к возрасту, кроме того, что ты должен быть совершеннолетним, к образованию. Необходим минимальный уровень образования, нужно просто закончить школу. Также нет требований к знанию английского языка, что очень важно. Многие начинают учить только когда выиграли. Нет никаких требований к вашей профессии. Человек любой профессии и занятости может участвовать в лотерее и выиграть. Для переезда в Америку вам, безусловно, потребуются какие-то деньги. Но для участия в лотерее и для успешного прохождения интервью не нужно никаких подтверждающих документов, что у вас на счету 100 тысяч миллионов лежит. При заполнении анкеты вам не потребуется предоставлять никакие справки о состоянии вашего здоровья. Но имейте в виду, что перед интервью нужно будет пройти медкомиссию. Ничего сложного в ней нет, но тем не менее будьте к этому готовы. Иными словами, в лотерее могут участвовать все, а не только айтишники с двумя-тремя сумками денег. Ну как-то я уже сама смеюсь над этим. Ну пусть это будут такие вот айтишники, да. Если у вас остались какие-то вопросы или есть проблемы с заполнением анкеты, пишите в комментариях, мы постараемся ответить и помочь вам. Не хотела это слово «помочь». Мы обязательно ответим на все комментарии. Комментарии. Сейчас остались вопросы и... Все, я забыла, что... Мы обязательно вам ответим. Херня. И что, мы обязательно вам ответим, скажу. Помочь не хочу. Не, как-то все неправильно, все плохо. Вот не надо вот это. Это деталь уже, это начнется. Как нужно сказать? Всем удачи, пока.